Здравствуйте, дорогие покупатели! Рады видеть вас на нашем канале в стильном бутике «Калета». Впереди у нас потрясающий праздник, 8 марта. Именно поэтому сегодня хочу сделать для вас обзор на наши красивые туфли, для того, чтобы вы могли себя украсить и чувствовать себя еще более женственной и нарядной на празднике. Итак, начнем мы вот с этой модели. Она мне сегодня приглянулась больше всего. Шикарные туфли-лодочки с вытянутым мысиком. С одной стороны, вроде классика, с другой стороны, вот этот вот вырез, он позволяет удобнее сидеть на ножке этой модели. Плюс каблучок здесь тоненький, но он не очень высокий. Украшен он камушками, камушки прекрасно сидят на нем, ничего с ними не будет. Каблук идет 5 сантиметров. Давайте посмотрим, как эта модель выглядит на ножке. Представлены они у нас в едином цвете. По стоимости эта модель 4470, в размерах идут с 35 по 40. Идут они размер в размер на узенькую ножку, на ножку средней полноты, идеально. Эта классика похожа на предыдущую модель, но для тех девушек, кто любит каблук повыше. Здесь каблук идет уже 9 сантиметров, но обратите внимание, что он идет сам по себе еще и потолще. Чистая классика, натуральная замша, внутри натуральная кожа, ножка дышит. Они не кандовые, они достаточно удобные по ножке. Давайте посмотрим на ногу. Шикарно сидят. В размерах идут с 36 по 40, по стоимости 6170. Сразу увеличивается рост, ножка становится стройная, красивая. Каблучки очень люблю. В этих потрясающих туфельках я чувствую себя как в тапочках. Настолько они удобные, комфортные, несмотря на то, что каблучок здесь идет 6 сантиметров. Смотрите, они есть в лаке, они есть в замше, есть в гладкой коже. То есть вариации разные. Мне нравится, что каблучок, с одной стороны, такой утонченный, достаточно благородный, с другой стороны, невысокий. Давайте посмотрим на ногу. Вот, я себя в них прям очень комфортно ощущаю. У меня ножка средней полноты, они подойдут на ножку средней полноты и на узкую ножку. На полненькую ножку они уже не подойдут. Значит, в замше, в лаке, и вот они представлены еще гладкой кожей. По стоимости 8570, в размерах с 36 по 40. И еще на таком же каблучке, просто не буду сейчас примерять, есть еще вот такая модель. Она представлена в двух оттенках, в молочном цвете и в черном цвете. По стоимости 8970, с 36 по 40. Модель уже идет с перемычкой. Туфельки принцессы. Смотрите, туфельки со стразами. Очень популярная модель. У нас очень быстро ее разобрали. Они у нас пришли перед Новым годом. И сейчас немножко их осталось совсем. Поэтому, если кто-то хочет, если кого-то попадется размером, я прям рекомендую эту модель. Достаточно устойчивый каблук. Каблук идет хотя 9 сантиметров. Тоненький. Ну вот я сама сейчас в них нахожусь, и мне удобно. Потрясающе смотрится на ножке. Сверкают, придают образу какое-то волшебство. Представлены они у нас в трех оттенках: в золоте, в черном цвете и в серебре. Так, по стоимости 11170, вот размеры, к сожалению, остались не все. Вот черненькая модель, она только в 36 размере. Вот эти остались 38-39, эти остались 38-39-40. Девочки, если вы ищете не только красивые, но и практичные туфли, то рекомендую вам вот эту модель Mary Jane. Очень удобный каблук. Каблук идет 8,5 сантиметров. Вы сразу высокая, красивая. Вы на каблучке, но при этом модель невероятно комфортная за счет того, что каблук идет объемный. Тут идет такой полукруглый мысочек, натуральная кожа, красивая бабочка. Давайте посмотрим на ногу. Представлены они в размерах с 36 по 40, размер в размер. Вот эта, кстати, моделька подойдет на ножку средней полноты и на полную ножку. На узкую ножку они, наверное, будут великоваты. Вот у меня сейчас есть небольшой вот здесь вот запасик по объему. По стоимости модель 6870, в размерах уже сказала, прям модель супер. Очень хорошая модель вот эта. Мне нравится за счет самой застежки, много камушков, нарядно они смотрятся. Плюс здесь, смотрите, каблук идет 10 сантиметров, но при этом 2,5 сантиметра идет платформа. То есть вы такая высокая, красивая, но при этом тоже с комфортом. Достаточно удобная модель, внутри натуральная кожа, здесь лак. Эта модель у нас представлена в расцветках. Давайте посмотрим на ногу. Красивый зеленый цвет. Базовый бежевый оттенок,
И есть они еще в замше в черном цвете. То есть хотите классика, хотите более яркий образ, такой более стильный. Ну и опять же, да, классика. По стоимости эта модель 6370, в размерах с 36 по 40. Ну вот невероятно удобные они. На мне сели идеально. Смотрите, что еще хотела сказать. Их здесь такая резиночка. Вот, очень удобная застежка. Если, например, вам надо быстро разуться, куда-то побежать, можно их даже не расстегивать, они за счет резиночки легко снимаются. Еще одна модель на платформе. Вот эта модель будет идеально на широкую ножку. Здесь достаточно большое пространство. Идут они из натуральной кожи, каблук 10 сантиметров, платформа 2,5 сантиметра. Вот опять та же самая история, что удобно то, что вы с одной стороны высокая, с другой стороны вот эта платформа, она съедает каблучок, и, соответственно, в них можно долго находиться, ножки в них не устают. Есть перемычка, прекрасно крепится на ножки. Представлены они в двух оттенках, в черном цвете и в белом цвете. По стоимости эта модель 11,70, в размерах идут с 36 по 40 белый, черные остались, 36 уже разобрались, с 37 по 40. По размеру немножко маломерит, поэтому берите лучше на размер больше. И вот если у вас широкая ножка, они вам сядут просто прекрасно. Супер комфорт и супер стиль. Вот такие удобные туфельки. Каблучок небольшой, устойчивый. Внутри идет все кожа, сверху тоже кожа. Красивая вставка идет. Стиле Animal Print. Эта модель представлена у нас в двух оттенках, в таком шикарном бордовом цвете, и также есть они еще в черном цвете. Это прям новая коллекция. Представлены они в размерах с 36 по 40 по стоимости 8170. Идут размер в размер, у меня ножка средней полноты, вот мне они прям идеально. Модель очень нарядная, пока есть все размеры, оптовики и розница, приходите. Так как нам хочется уже весны, ярких красок, поэтому сегодня взяли очень много именно ярких моделей в обзор. Итак, смотрите, вот такие потрясающие зеленые туфли. Тоже каблук 10 сантиметров, небольшая платформа, очень интересная, нестандартная модель. Идут они на липучке. Видите, удобно одеваются и тоже выглядят в этом смысле необычно. Натуральная кожа. Давайте посмотрим на ногу. Смотрится, мне кажется, очень эффектно. Представлены они в трех оттенках. В черном цвете, в зеленом цвете и в бежевом цвете. По стоимости эта модель 5570, в размерах с 37 по 40. Но вот эта модель, она хороша именно на узкую ножку. Вот у меня ножка средней полноты, они мне прям в упор идут. Если у вас будет узкая ножка, я думаю, что вам сядут идеально. Еще одни туфли на платформе из новой коллекции, прям тоже новинка-новинка. Обратите внимание, здесь идет как будто бы крокодиловая кожа, еще называют это рептилия. Каблучок тоже идет этого же цвета. Здесь кожа, все натуральная кожа, внутри тоже кожа. Они достаточно мягкие, комфортные, вот, то есть не кондовые. И давайте посмотрим на ножку, как они выглядят. И представлены они у нас в двух расцветках. В сером цвете и в таком черно-красном цвете. Обе модели яркие, интересные. Достаточно удобные. Вот эта модель на ножку средней полноты и на широкую ножку. На узкую ножку ножка будет вываливаться. По стоимости 8470, в размерах с 36 по 40. По размеру. Мне пальчиком прям комфортно. Базовые туфли на невысоком каблуке. Каблук идет 5,5 сантиметров. Они представлены в лаке и в гладкой коже. Ничего лишнего, такая аккуратненькая, благородная модель. Давайте посмотрим сразу на ногу. Вот эта модель предназначена на узкую ножку. У меня ножка средней полноты, они мне прям вот в упор идут. Смотрите, две расцветки по размеру, по длине прям идут размер в размер. По стоимости 8370, в размерах с 36 по 39. Еще одна модель из новой коллекции, которая, я думаю, поразила уже сердца многих, кто смотрит наши обзоры, потому что модель очень дорого, пафосно смотрится, при этом цена у них достаточно комфортная, и сама модель по себе тоже комфортная.
Каблук идет 7,5 сантиметров. Не маленький, да, но здесь он достаточно широкий, поэтому чувствуешь себя в них устойчиво. Сама модель подойдет на ножку средней полноты, на широкую ножку. Есть такая небольшая брошь, идет изящная. Давайте посмотрим на ногу, как они выглядят. Они представлены у нас в трех оттенках. В молочном цвете, в бордовом цвете и в черном цвете. Эта модель идет в размерах с 36 по 40, по стоимости 7170. Колодка просто идеальная. И еще есть очень похожая модель. Она идет по колодке та же самая, но она по дизайну немножко отличается. Немножко они поспокойнее. Есть они в черном цвете и в бежевом цвете. По стоимости 7170 в размерах с 36 по 40. Колодка одинаковая, поэтому тоже хочу сказать, что они тоже представлены именно на ножку средней полноты и на широкую ножку. На узкую не подойдут. Потрясающие туфельки в ярких красках. Очень мне нравится эта модель. Посмотрите, какой аккуратно идет каблучок. Производство Турция. Здесь тоже такой аккуратненький аксессуарчик, натуральная кожа, очень удобные поножки и цвета, они просто не могут не радовать. Смотрите, зеленый, оранжевый, синий, молочный, черный и розовый. Вон какие шикарные цвета. Модель, которая будет хороша на ножку средней полноты, на узенькую ножку, на широкую ножку они не подойдут. По размеру идут, размер в размер. По стоимости эта модель 9570 в размерах с 36 по 40. Мы их дозаказывали, потому что первая партия у нас очень быстро разобрали. Вот, сейчас в основном у всех есть размерчики, поэтому и оптовики, и розница. Спешите за ними, модель потрясающая. Последняя модель на сегодня. Начали мы с леопарда, закончим тоже им. Смотрите, какие красивые туфли. Сделаны они из пони. Такие они мягенькие. И каблучок мягенький, и сама модель. Внутри все идет натуральная кожа. Модель очень красиво смотрится на ноге. Давайте сразу посмотрим. Представлены они в размерах с 36 по 40. Комфортный, устойчивый каблук. Конечно, он тоже не маленький, идет 10 сантиметров. Но вот я в них передвигаюсь. Достаточно удобная стелька сама по себе. Она идет мягенькая, то есть ножки комфортно. По стоимости модель 7070. Идут они размер в размер. Ну что ж, дорогие друзья, а мы готовимся с вами к праздникам, так что делайте заказы как оптом, так и в розницу. Лучше всего приходите в наш магазин, потому что в нашем магазине есть дополнительные скидки на достаточно большое количество моделей. Мы находимся в город Москва, торговый центр «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 69. Всех ждем!